На звание самого экономного и бережливого может претендовать департамент дорожного хозяйства. Определены победители по 8 электронным аукционам на проведение работ по нанесению разметки на автомобильных дорогах области. Начальная стоимость, которую готов был потратить департамент, составляла более 9 миллионов рублей. Сэкономить удалось больше половины, примерно 5 миллионов рублей. На заседании правительства встал вопрос, уместна ли бережливость в отношении того, чего нет. Разметка только начала появляться к майским праздникам, и то далеко не везде. Кроме того, несложно предположить, что недорогой подрядчик, скорее всего, будет уступать в качестве. Тему экономии глава региона комментировать не стал. Он лишь попросил Александра Кузьмичева нанести на дороге областного центра разметку побыстрее. Вчера был у меня Александр Дмитриевич Никитин. Область серьезнейшим образом в этом году просто проваливается по смертности на дорогах. И одна из причин – это отсутствие разметки. Она фактически в городе появляется только-только-только, хотя уже, наверное, с месяц назад можно было ее активно делать.